Праздник начался еще в фойе Дома культуры. По традиции в нем принимают участие все, кто занимается в центре материнства «Растем вместе». Была организована дегустация необычных блюд из серии «Здоровое питание» для будущих мам и их малышей. А дети могли увлекательно провести время, пока их мамы готовились выйти на подиум. Другие же малыши уже блистали на сцене. Поддержать участниц конкурса пришли и те, кто стали мамой несколько месяцев назад. Затем на сцене появились конкурсантки. Их было 5 самых смелых и уверенных в себе. Кстати, некоторые из них станут мамами не в первый раз. Конкурс проходит уже 9-й год подряд. Конкурс посвящен Дню матери. Он проводится ежегодно. Мы показываем, что беременность не болезнь, а лишь временное прекрасное состояние, в котором женщина чувствует себя уверенно и комфортно. Необходимо было показать свою раскрепощенность и жизнелюбие, красиво представить свою семью, ответить на вопросы, показать вокальные и хореографические данные, а еще умело приготовить праздничное блюдо. Перед жюри стояла сложная задача, тем не менее единогласно корона конкурса «Я супермама» была присуждена Ярославе Тарахти. Она ждет 3-го ребенка. На самом деле, мне очень грустно, что это подошло к концу, потому что это было невероятное просто время. Наши репетиции в центре «Растем вместе», и Анна Сергеевна Батрак дала нам такую потрясающую возможность проявить себя. Только через год Ярослава сможет передать корону следующей победительнице конкурса «Я супермама». В этот день никто не остался без подарков. Были довольны участницы конкурса и все, кто принял участие в большом празднике будущих мам. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.